Всем моим подписчикам и гостям канала Доброго Времени Суток. Сегодня у нас очередное видео на тему шитья. Сегодня я расскажу и покажу вам, как выполнить строчку без закрепки. То есть строчку в ответственных местах, там где закрепку применить нельзя. В основном это декоративные строчки, то есть там где наша закрепка испортит внешний вид. Как правило, такая закрепка, ну, точнее такое шитье выполняется там, где используются толстые нити, поскольку наложение несколько слоев очень портит внешний вид изделия. На сточных швах, понятное дело, можно закрепку классическим способом вперед-назад шитьем делать, и вопросов не будет. А вот в декоративных элементах, в основном из устной, особенно кожи, мебельных тканей, не везде возможно. То есть возможно везде, но качество ухудшается и внешний вид. Давайте пересаживаться в нашу швейную машину, покажу, расскажу, и кому-то это будет полезно, особенно для новичков. Перебрались, ребята, мы за нашу швейную машину. Сымитируем декоративную строчку. Сложу наш кусок материала пополам. У меня нити 10 заправлены в машину. Так. Что немаловажно. Перед началом шитья выставляем наши хвостики. Оставляем, точнее, сантиметров по 15-20 с запасом. Ну, может, 10-15 так. И начинаем делать нашу строчку. Я тут делаю условно декоративную, скажем так. Так, остановились. Игла в верхнем положении. Позиционер иглы установлен в верхнем положении. Затем поднимаем нашу лапку. Вытаскиваем тоже сантиметров, наверное, 10. Может, 15. Обрезаем. Вот такая наша строчка. Если вы знаете, мы ее так и оставим, то она прослабнет. То есть нитки полезут у нас. Чтобы это не произошло, такой очень хитрый и простой метод, который делают опытные мастера, и вы будете в последующем делать. Пропускаем через ушко иголки, берем иголку и в наше отверстие заводим и завязываем несколько раз так, чтобы было надежно, крепко. Наши хвостики даже длинноваты, и немаловажно, следим, не пережимаем с обратной стороны, чтобы наш шов был ужат. Это трудоемкий процесс, не применяется при массовом производстве. Зато при шитье каких-то разовых изделий, каких-то автомобильных кресел, диванов, он нашел широкое применение. В открытых местах. Где можно закрепку делать, нужно ее делать. Можно даже хвостики немножко нам подплавить. Нитка полиэстер позволяет это хорошо делать. Точно так и второй наш хвостик. Здесь как бы главное не торопиться. Испортить всегда успеем. Почему большая такая иголка? Поскольку нитка 10 у меня. Понятное дело, это не для трикотажа, а, как я уже повторюсь, для искусственной кожи, для мебельных тканей. Не для массового производства, а для штучного. Вот, на выходе у нас ровненькая строчка, крепкая, не расходится, без всяких закрепок. Два узелка по краям. И вот такая ровная, аккуратная строчка. Простой способ. Кто не знал, вот будет кому-то информацией ценной. Берите на вооружение. Я многие элементы раньше делал толстыми нитями с закрепкой. По факту получалось не особо аккуратно. Тоже подсмотрел у мастеров с YouTube. Сейчас пользуюсь без вопросов. Поэтому, ребята, такие дела. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Всем всего хорошего, всем пока и до скорых встреч.